Тысячи кукол, ожерелий и скульптур изготовили участники первого городского фестиваля «Герои рабочего класса». Два десятка мастеров из Екатеринбурга, Первоуральска, Сысерти и Двуреченска поделились с горожанами профессиональными секретами. Слушал и наблюдал наш корреспондент Дмитрий Коньков. Одеваем бусинку за бусинкой на нашу резиночку. 10 минут кропотливой работы, и на маленькой ручке 5-летней Полины появляется браслет из пластиковых шариков и природных камушков. На площадке парка сказов мастера из Двуреченска обучают всех желающих изготовлению бус, ожерелий и браслетов. Сразу же пришли, нашли ребенку занятие, она сидит, делает браслеты. Мы хотим на развлекательную программу, там он музыка играет, и ходят аниматоры. Гостей фестиваля «Герои рабочего класса» встречают диковинные персонажи «Весна Красна», «Человек-паук» и хорошо знакомые каждому первоуральцу медведи. Это первый в истории города фестиваль декоративно-прикладного искусства, на котором мастера делятся своими секретами. Например, глина любит теплые руки и холодную воду. Все это делается для того, чтобы в Первоуральске поддержать и поднять совершенно на новый уровень. Кстати, любители декоративно-прикладного искусства. Рядом с профессионалами художники начинающие. Сладости здесь достаются тому, кто нарисует открытку для родного города. Вот это три дома на набережной Первоуральска. А это 5-летний победитель Алеша Безгодов. Если я нарисую разный рисунок, благодаря мелкам и на асфальте, я всегда рад его. Галина Медведева, мастер по керамике из Екатеринбурга, показывает свои скульптуры. Это дети последнего императора, Илья Муромец и дымковская игрушка. Мастер с 40-летним опытом проводит мастер-класс для детей в инновационном культурном центре. Глину беру в природе, сами мы с мужем копаем. Но это грубая глина, она идет только на кирпичи, допустим, для облицовочные кирпичики, для домашней какой-то работы. А вообще глину лучше покупать на заводах. За полчаса огромный кусок глины стал 20 скульптур. Участниками фестиваля «Герои рабочего класса» стали более 1000 детей. Дмитрий Коньков, Денис Храмцов. Новости Первоуральск.